Друзья, всем привет. Сегодня в новостях. Иск на 15 миллиардов долларов, как немцы вступили в глупую схватку с Газпромом. Представьте себе картину, немецкая компания Унипер, словно капризный ребенок, подает иск на 15 миллиардов долларов против Газпрома. Да-да, вы не ослышались. Немцы решили, что могут выкручивать нам руки, не платя за газ по новым условиям, которые, кстати, они сами же и потолкнули. Все началось с того, что Запад и Европа, как в лучших традициях бабушкиных сказок, решили вести санкции. Ну а что? Думали, что можно обойтись без наших ресурсов? Взяли и наложили санкции. Только вот не учли одного. Газ-то нужен. Очень нужен. И тут появляется наш мудрый лидер Владимир Владимирович, который предложил простой и изящный выход платить за газ в рублях. Логично, не правда ли? Если у вас заблокированы валютные платежи, почему бы не перейти на родную валюту? Реакция немецких партнеров, но немецкие партнеры решили, что они умнее всех. Унипер, заключившая контракт на 20 миллиардов кубометров газа ежегодно, отказалась платить в рублях. Представляете, это четверть всего потребления энергии в Германии. И что же они сделали? Правильно, отказались платить, думая, что газ будет продолжать течь по трубам просто так. Конечно, Газпром мгновенно прекратил поставки. А что вы хотели? У нас нет таких обязательств обеспечивать Европу бесплатно. Это вам не благотворительность. Теперь давайте взглянем на Унипер. Эта компания была на грани банкротства всего два года назад, и ее спасло правительство Германии, влив почти 30 миллиардов евро. Немного ли для спасения компаний, которая не может соблюдать элементарные договоренности? Их национализировали, и в 2023 году они показали хорошие финансовые результаты с доходом около 108 миллиардов евро. Но как только запахло жареным, они сразу же подают иск в стокгольмский арбитражный суд, требуя компенсацию в размере 15 долларов миллиардов. Контракт с Газпромом продлевается до 2035 года, но в свете отсутствия поставок газа Унипер планирует его расторгнуть. Почему? Да потому что из-за задержки с платежами в рублях они вынуждены были покупать топливо на спотовом рынке по гораздо более высокой цене. Это чуть не привело компанию к банкротству. И это при том, что сами США и Европа препятствовали нам получать валютные платежи. Мы добросовестно исполняли свои контрактные обязательства, поставляя газ. Но в один прекрасный момент все деньги, которые Унипер должна была перечислить Газпрому, оказались заблокированы. Что же делать в такой ситуации? Поставлять газ бесплатно, как и полагали наши друзья. Нет уж, извините, наш президент правильно потребовал платежи в рублях. И если они не желают этого делать, пусть несут ответственность сами. У нас есть другие покупатели, которым мы можем продать наше топливо. Смешно, что Германия, спасая Унипер от банкротства, влила в нее миллиарды евро, а теперь компания требует компенсацию в 15 долларов миллиардов. Какая невероятная дерзость. Это цирк без совести, и он разыгрывается на глазах у всего мира. Мы же, как добросовестные партнеры, просто хотели получить оплату за наш продукт. Если им это не нравится, пусть ищут другой выход. Поиск альтернативных путей, неужели это такой страшный кризис, что мир сейчас не может жить без российского газа? Казалось бы, весь мир толкает нас в угол санкциями, но ведь все прекрасно понимают, что без нашего топлива Европа далеко не уедет. А если кто-то считает, что можно так просто обойтись, пусть попробуют на практике, что значит жить без газа. Впрочем, мы уже видим, как они мучаются, поднимая цены на электричество и энергию в целом. Российский газ ⁇ это вам не пустышка, важно помнить, что российский газ ⁇ это не просто сырье. Это символ стабильности и уверенности в завтрашнем дне для многих стран. Мы ведь добросовестно поставляем его, заботьтесь о наших партнерах. И вдруг такие сюрпризы. Да, конечно, они могут искать альтернативы. Но будут ли эти альтернативы такими же качественными и надежными? Вопрос остается открытым. У России нужно забрать золото, МИД России ответил на наглый наезд Европейского парламента. В Вене была проведена 67 сессия комиссии ООН, где заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин объявил, что в России будет пересматривать все доселе существующие международные отношения будут пересмотрены. И все договоры, которые были невыгодны для РФ, будут расторгнуты. Любым кабальным отношениям конец, что давно пора было сделать. Теперь Россия ориентируется на собственные интересы и не собирается соответствовать чьим-то ожиданиям. Кроме того, на встрече сотрудник Мид России сказал, что любые новые соглашения будут заключаться с точки зрения выгод и развития для РФ. И это актуально, так как мировое сообщество всеми силами старается изолировать страну. И все это вызывает нарушения в глобальном балансе сил. И вот у Запада появился большой повод, чтобы задуматься. Теперь в России собираются заново проанализировать все договоры. И в рассмотрении соглашений будут принимать участие не только представители Мид, но и других ведомств. И все это говорит о том, что данному процессу уделяется просто огромное внимание. Идею о том, что нужно пересмотреть существующие соглашения, высказала Валентина Матвиенко, которая является председателем Совета Федерации. И сейчас решается, какие критерии отбора будут использоваться в процессе анализа. В настоящее время в мире работает тысячи соглашений. И все предложения по отмене каких-либо невыгодных договоров будет рассматривать президент. А в соответствии с Конституцией он имеет полное право начать процесс расторжения таких договоренностей. И в результате у прошлых партнеров, но нынешних оппонентов прервутся многочисленные источники доходов. Конечно, Европе такой расклад не нравится. И на Западе опять придумывают различные каверзы. К примеру, депутаты ЕС предъявляют России требования о возврате Румынии ее национальных достояний. И вроде как туда входят культурные ценности и запасы золота. Естественно, в Европейском парламенте все на это согласились. И как так там все утверждают, это все добро передавалось России на хранение. На все эти претензии ответила Мария Захарова. Она заявила, что Румыния саботирует обстановку в Европарламенте и недостаток средств хочет получить за счет России. Глава МИД Индии Субраманим Джешанкар размазал австрийского журналиста на интервью, указав на лицемерие всей западной системы. Факты, как известно, упрямая вещь и с тезисами индийского дипломата поспорить действительно сложно. Как ему удалось выбить журналиста из кали? Слово австрийцы не то, что не сработали, а обернулись против него самого. Журналист задал вопрос про Россию, мол, как так выходит, что Индия не осуждает нас? На что Джей Шанкар невозмутимо ответил. Послушайте, я могу привести вам много примеров стран, которые нарушили суверенитет. Вы знаете, если бы я спросил, какова позиция Европы по многим из этих кризисов, я боюсь, многие из этих европейских стран начали бы хранить молчание. Дипломат подчеркнул, что Индия во внешней политике стремится действовать со своими долгосрочными интересами и поддерживать то, что хорошо для мира в целом. Такой ответ австрийского журналиста аж подкосил, и он продолжил гнуть линию, стал чуть ли не обвинениями бросаться, указав на то, что индийцы мало того, что санкции не поддержали, так еще и импорт из РФ увеличили в пять раз. Но тирады оказались напрасными. Джей Шанкар отреагировал просто блестяще. Вы знаете, Европа за тот же период экспортировала в шесть раз больше энергии, чем Индия. Если это вопрос принципа, почему Европа не остановила поставки в первый же день? Почему мы не увидели полное прекращение импорта энергоносителей из России? Он добавил, что ЕС урезал поставки удобным для себя образом. Индия же себе такого позволить не может, ибо доходы и возможности совсем другие. Впрочем, и Старый Свет отказался от российских ресурсов только для виду. От российского трубопроводного газа европейцы, может и отказались, только вот импорт природного газа удивительным образом растет. По итогам первых семи месяцев 2023 года импорт российского природный газ вырос на 40%, с 15 миллионов до 22 миллионов куб. Это делает Россию вторым поставщиком топлива в ЕС после США. Евросоюз заменяет российский трубопроводный газ на природный газ. Доля российского топлива в импорте блока выросла примерно до 15%, следует из расчетов Рейтерс на основе статистики ЕС. А Джей Шанкар тем временем продолжает уничтожать собеседника аргументами. Он вспомнил даже про то, что Запад поставлял Пакистану и подчеркнул, что Россия ни разу не нарушала интересы Индии. Потому и товарооборот между Москвой и Дели бьет рекорды, и поставки нефти растут многократно. А Европа, кстати, более чем в два раза увеличила импорт нефтепродуктов из Индии со 111 тысяч баррелей в день в 2022 году до 231 8 тысяч баррелей в день. Интересно, чья же это может быть нефть? Отвлечемся от интервью.